Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Evil Whitehin. Как есть, так и прочитал. Так. Настройки профиля. Нам надо настройки управления. Вот так. Ну и все, и продолжаем. Продолжать. Больничка. Корень зла. Блин, как этот? В фильме-то сказка русская есть. Корень зла. Последний богатырь. Мадам. СВ-201. Ладно. Кто это? Что, я сам себя вижу, что ли? Бредятина была. Так. Опа. Есть, я уже забыл. Ага, это у меня пока все есть. Хорошо, ладно. Не выбиваешь? Жаль. Закрыто. Странно, всегда открыто было. Здесь вообще никого нет. Так, газеты нет. Зато есть объявление. Ух ты. Пропала девушка, короткие каштанные волосы, карие глаза, известна под именем... Понятненько. Опа, история. Стенограмма из отдела внутренних расследований. Следователь, вы знаете, почему вы здесь, детектив Ксалос? Потому что вы работать не умеете. Следователь, вы незаконно ведете расследование и при этом используете ресурсы департамента полиции. Кроме того, у нас есть сообщение об угрозах запугивания и физическом насилии. Будь у вас доказательства, вы бы уже забрали у меня и жетон, и пистолет. Очевидно, вы соблюдаете осторожность, иначе бы мы уже так и сделали, но мы за вами следим. Не вы одни, что значит? Продолжайте следить за мной и узнайте, если будете и дальше так пить, нам это не понадобится. Мне нужно работать. У вас все? Пока да, но вы хотите, но вы ходите по тонкому льду. Кастелланос, еще один такой случай, и на этом все для вас закончится. Все закончится, когда я разберусь с этим делом. Детектив Кастелланос выходит из комнаты для допроса. Это в смысле про меня, да, пить мне не дают. Что это? Рувик? Сходим с ума. Сходим с ума, подожди ты. Сходим с ума. Блин. Сходим с ума. Сохранить туда, что сохранять-то нечего. Сходим с ума. Сходим с ума. Карту мы так и не собрали, но она, честно сказать, мне как-то по боку. По поводу ключей. А, один есть. На. Блин, вот самое нужное, конечно, ну ладно. Сходим с ума. Заперто, ладно. Сходим с ума. Сходим с ума. Ну, пойдем посмотрим. Сходим с ума. Сходим с ума. Сходим с ума. Лесли! Сходим с ума. Сходим с ума. Не понимаю. Сходим с ума. Сходим с ума. Сходим с ума. Сходим с ума. Она не меняется комната. Сходим с ума. Только коридор, что ли? Сходим с ума.
Лесли! Сходим с ума. Ну-ка. Сходим с ума. Лесли! Так, пошел с ума, сойди ему. Сходим с ума. Психопат. Сюда! Какие монстры не сожрали-то? Блин, блинский. Ладно. Далеко уже ушел. Эй, подожди. Не могу. Вылезет, нет, кто-нибудь? Опять голуби кота дразнят. Язык показывает ему там за окно. А он ничего не делает, может, он же не уличный. Где-нибудь что-нибудь тут есть? Ничего не вижу. Так. Так, паренек, куда ты меня ведешь? Пока еще никого нету, ладно. Вообще не страшно. Видали и пострашнее. А какое-то землетрясение, да чуть-чуть водички. Вот ночью, когда я бродил там, было гораздо страшнее. Да, понятно. Сюда. Вот не видишь. Идем, идем, идем по коридору, мы идем. Сюда! Оно сейчас обрушится. Сюда! Лесли! Так, меня завалило. Ну, это сюжетная линия. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Везли меня домой. Ага, маяк, больница. Как и говорил Джозеф. Маяк, а не маньяк. Господи, игра только здесь, что ли, начинается? Охренеть. Дома внизу. Как эту землю-то покоребило-то нахрен? Давай уж дробовичков на перевес, мало ли. Кто где выпрыгнет. Хотя вроде пока здесь не видно на горизонте. Ну рассказывай. Так, это что? Как-то перетащил или что, или просто слегка отодвинулся от нас. Не усёк. Нет, перетащил все-таки. Отсюда сюда. Господи, так я и сам мог подняться. Ладно. Что мы здесь имеем? Ай-яй-яй-яй. Я так и знал. Трупы не сжигаются, не встают. Все мертвы.
Всех, всех убили. Ну что тут нет? Здесь нет. Вот там закрыто, точно нет. Что у нас за стойка? Опа, патрон. Вот он. Вот что я искал. Минутку. Взял. Патрон. Ничего надо. Еще патронов надо. Ладно. Дробовик хорош, ну хорош, он только вот в замкнутом помещении, вблизи. И то как-то хотелось бы, как сказать, больше. Что у нас здесь? Понятненько. Тут открыть должен. Нет? А, вот. Ну, я думал, это одна и та же дверь, оказалось, нет. Опа. Для дробовика. Ладно. Я как раз с ним сейчас и хожу. Да. А здесь монстров нету. Это что, реальный мир какой-то или что? Хотя у меня дробовик-то откуда? Чё? Не выпрыгнет? Нет. Вот. Идем вниз. Пока никого нету. Мне это нравится. Давай вниз, вниз, вниз. Господи, кто-то кроет тут туннель, что-то. Которые они использовали, наверное, мое собственное. Я чувствовал каждый перерезанный нерв, каждый кусок мяса, который отрывали от костей, пока меня не поглотила абсолютная тьма, тьма и боль. Пока они изучали мою работу, я испытывал тысячи мощнейших ощущений. Боль, удовольствие. Слушаем. Ярость, экстаз. Все это сливалось в один всепроницающий шум, и наконец тьма взорвалась тысячами искр. Боль, шум, свет, все объединяется, принимает форму. Это место хорошо мне знакомо. Моя тюрьма. Мой дом. Ты сам во всем виноват. Нет, стрела, стрела. Ага, еще одна взрывная. Так, так, так. Прямо. Что мы берем? Патрон, это хорошо. Патрон, это просто прелестно. Давай, давай, давай. Ну, я думаю, мне сюда надо падать-то. Ага. Ну, придумали-то. А, мне, по-моему, туда и надо будет, раз все равно туда, а здесь и куда попаду тогда. Подождите, а я здесь был. Это самое первое. Я здесь выбегал. От этого маньячелы. Вот ни хрена себе, куда я попал. Так, я где-то там бежал или где-то тут бежал. Но этот коридор точно был, когда очнулся. Самое первое видео было. Опа. Ну да. Вот я посюда и бежал.
А он бежал за мной. А ты меня откуда перетащил? Выползу. Поднимусь. Не, мне кажется, там нету лестницы. Ну да и ладно. Блин, я думал вначале прийти, там этот был. Расхреначить его. Часто я вооружен и опасен. Он был ранен и от него убегал посюда. Боялся, что заражусь так. Вышли отсюда, да? Оп, подожди, подобрать. Новая записка из канализации. Ты все еще мечтаешь о побеге, думаешь, что свободно, свобода близка. Что проку мечтать, если твое тело неподвижно лежит здесь? Почему? Мечтать это всегда надо. Как без мечты? Так, для начала. Так. Зомбик не выпрыгнет, нет никакой здесь. Так, патроны даже от пистолета я забрал. Нет, ладно. А здесь мы куда попадаем? Ой, далеко бежим. Трубы. Нет. А, немножко боеприпасов, да? Два винтовочных патрона. Все. Всего лишь два винтовочных патрона, но тем не менее, это уже все-таки хорошо. Максимально 15. Так, если мне патроны от дробовика столько дают. Так, если мне столько патронов дают, то знаете, мне дробовик пригодится. Беги. На. Получи, козёл. На. Надо вот так вот сразу вставать в стойку. Так, это что, дверь? А, это двери, все, открылись. Мы проходим. Да, я даже не сомневался, насколько. Как у Фредди Крюгера, как будто нахуй. Котельный. Нет. Хочу домой. Лесли. Не хочу туда. Нет! Так. Я умер. Давай, 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 поднимайся. Да, видимо, что-то с этим миром не так раз здесь. Так, ага, первая, вторая дверь. Ну-ка давай ванну сначала смотри. Ничего не указывает на то, что враги здесь. Нет, не указывает. Когда я понял, что Хименес меня предал, было уже слишком поздно. Моя цель была близка. Он знал это. Знал, что я слишком занят работой и не замечу, что он привел тех людей. Иначе они бы ни за что не пробрались мимо моих ловушек. Их устройство — извращенная версия моего. Его должен был создать я. Мои данные, оборудование, мои теории, мой разум. Они заменили мое тело новым измерением, полным боли. Это мы уже и так видели. Все?
Ну а сам-то, кстати, как над людьми пытал там что-то. Сколько человек убил? Они последовали. Да, ему, в принципе, так же. Иначе, чем ты лучше. Ну давай. Давай. Поехали вверх. Столько вниз спускали, чтобы потом вверх ехать. Логика тоже. Давай сохраняйся. Ага. Подожди. Что-то я не успел, да? Где-то что-то взять или что? Лесли? Ты сам какой-то монстр, Лесли? Куда ты меня ведешь? Этот Руби, безумный парень. А ты к нему идешь. Он, в принципе, куда и надо, этот маяк, он поэтому и называется маяк. Так, ладно. Сначала вот в эту дверь. Узнаем, что там. Не говори, что он сначала меня вернет куда-нибудь. Что, серьезно? Я вот из-за этого... Нет, подожди. Карта опять. Погнали. Господи, я из-за этого спускался сюда. Оно того не стоило. Ладно. Ничего страшного. Да. Немножко обычный двор. Так, я так думаю, это, наверное, последний будет эпизод. Раз у меня тут за столько времени никого нет. Кстати, что удивительно, то, что чем дальше эпизод, тем, мне кажется, ну, не скажу, что оно сложнее это. Мне кажется, наоборот, полегче. Может быть, сейчас у меня будет пипец какая сложность. Ладно. Пьедесталы. Ну, дверь есть, но она не открывается, да? Ну вот, к монстрам притащила. Все это значит? Увидишь. Так, что, значит, на глаза, как медузы Горгона, да? Опа, это, а что меня так бросило, так перебросило? Куда это? Бедняга. Покойся с миром. Да. Это в моей комнате, да? А, нет. А я вроде вот к этой комнате подбегал. Так, надо быть начеку.
Это видео уже все. Что? Опа, это три полицейских. Тоже в самом начале было. Оберегайся, глаза. Огонь! Ты же не любишь огонь. Горит, но не сдается. Тело бренно. У тебя еще есть сознание. Ой. Вот это что за глаз-то? Это они? Это его мир? Что это за нахрен? А, они знают, где я. Там же глаза видят. Ты чё? Ага, вон они. Вот так. Ой-ой-ой-ой. Так я с вас что-нибудь поимею или нет? Подождите, подождите. О-о-о-о. Где он? Так. Да. Да. Контрольная точка, так хорошо. А коровик-то горит. Ой-ой-ой-ой. Слышу, что это не все. Кто где? Я должен куда-то прийти, я боюсь. Вон они идут. Thank you.
Что потом? Да. Эй, у тебя арбалет, что ли, был? На. На. Ай-яй-яй-яй. Да тихо ты! Нифига себе, молота по голове. На! Да стой! Да уйди ты! Какой нахрен? Ты чё, блин, дебил? Идиотинушка, блин. Подобрать здесь было. Да нахрен это мне сейчас-то надо. Так, ладно. Бутылка мне зачем? Вот, уже немного лучше. Прекрасно. Патроны для дробовика. И еще одна аптечка. Это прекрасно, что еще одна аптечка. Так. Мне надо сюда подняться. Так, минутку. Так. Ой. Фух. Так, осталось только дробовик в порядок привести. Полезли. Так, у меня факел в руках. Так, ну что, глаза подбить? А, вон дверь открыта, а я, блин, тут лазю. Так, еще один шприц, это очень хорошо. Только смогу ли я сюда вернуться? Вот в чем вопрос-то. Опа, аж запрыгнул как. Что, вниз надо идти.
только. Где у меня винтовочка-то? Давай. Блин. Я факел ушел здесь. Что есть? Прицел. Не, подзарядиться. Нет, это стрела. Ой, ладно. Кто бы знал, что здесь меня еще ожидает. Стоять, вот уж прицел. Так. Опаньки. Давай, опа. Блин. Давай. Точка. Подобрать, что подобрать? Конечно, подобрать. Так. Так, пока. Блин, не узнать, что меня тут ожидает. Кто здесь будет? Так. Жмем убили. Комнаты связаны, так, понятно. Тут кто-то должен быть. Я весь боюсь. Кто здесь? Ой. На.
О, точно знаю. Блин. О, их двое. Давай, беги. Беги, 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 беги. Тихо. У меня знаешь, что есть? На. Вот так вот вам. Еще два патрона целых осталось. Я знаю, что эта штука сильная. Но не ожидал, что настолько, конечно. О, по 8 тысяч соберу с вас. Так, мне надо сейчас... Знаете, что сделать? Мне надо восполнить. Вот так. Стой. Что-то могу подобрать. Спички. Спички подобрать. Ну, да, открываем. А я еще с факелом. Надо было факелом еще по мордам дать. Тут кто-то есть? Рувик. Я создал этот мир. Ты не сможешь меня удержать. А зачем ты его создал? Этот мир. Ага. В Бэтмене уже такое проходили. Подожди. Так. Понять не могу, так. Разные или одно и то же? Ладно, он меня не убивает еще. Световое пятно. А, мне сюда нельзя выходить. Все, понял. То есть я должен вот именно вот здесь бегать. Вот так. Блин, у меня еще с факелом. Thank you.
Блин, блински. Так. Так. Опа. Прошел. Прошел. Убежал. О, а я здесь был. Закрыто, ладно. Так, назад нам не надо, нам же надо вперед, вот, к башне. Мало ли. Стой. Нет. Мы сюда уже тоже ходили. Стой, нет, вот сюда. Берем. А мы даже сохранимся. Да, конечно, сохранимся. Так. Понять не могу, зачем нам сейчас гели, если мы уже к седлу не подходим, уже и не подойдем. Не понимаю. Ну, видимо, просто запрограммировать то сделали разработчики, а как в конце все то, что было, не учли. Если выживу, никогда больше в лифт не зайду. Да как же? Ножками хочешь походить? Я не понял. А? Давай сюда зайдем. Не сюда? Не может быть. А, вот так вот. Помогите! Помогите! Кого ты привел там? Себастьян, отойди от него. Кому верить? Себастьян, послушай меня. Остановись. У нас и у тебя одни и те же цели. Слушай, я все понял. Ты не просто детектив-новичок, а это не просто обычный парнишка. Ты убила Джозефа и стреляла в меня. Так что сейчас у меня достаточно причин, чтобы тебе не доверять. Еще бы. Ты хороший человек. Вот почему я... Хотя это уже не важно. Если ты знаешь, кто этот парнишка, тогда знаешь, почему его нельзя оставлять в живых. Херня. Это все Рувик. Это он его...
Зачем ты его упомянул? Ой, ёж, твою мать, ты опять где-то оказался. Садница. Лесли, стой! Лесли! Так я и не понял, кто тут Лесли был. Его сознание, что ли? Чё? Башню наклонил. Нет, в этой ванне я лежать не собираюсь. Или я уже лежу в этой ванне. И все это у меня в мозгу происходит. Раз в одну сторону не можем бежать, бежим в другую сторону. Ой-ой-ой-ой. Беги, беги. Ага, опять захватал. Ладно. Если у вас есть детали ловушки, вы можете сделать болты для арбалетной гони. А что он меня захватал-то? Надо было остановиться, может? Хотя... А можно останавливаться вообще? Бежали. Так. Ой-ой-ой. Контрольная точка. Давай.
ты меня вытряхнул. Удачно попал. Где вы так кидать научились? Бери! Бери! Это, кстати, по сюжету я думал, я помер. Это сюжет такой. Где ты? Даже отсюда сбили. Я всех это его рот. А во рту вон. Он то есть с башки туда. Подожди. На. Я попал тебя в голову. Тракану попал в ломах. Все, он просто приполезал, потому что расти, не знаю, выращивал. Я победил? Или я умер? Или что? А, нет, смотрите-ка. Давай, выбирай эту штуку. Я его в сознании выгонял же, его же победил. Такой вот красавчик. Это, блин, не каждому дано такое. Ну? Я создал этот мир. А я его ты не сможешь меня удержать. Рувик. Давай, иди. Я покончу с этим. На. Он весь припас этот мозг его. Это из него те сделали, который привел напарник его, кто он там. Который как отец ему, или кто он там был там. Заботился-то. Раздави его. Ну вот и все. Он жив, сэр. Этого оставь. И этих двоих. Так. Они никуда не уйдут. Никто не уйдет. Что-то я не понял, что меня оставляют, что? Или меня хотят убить скрытно? Опять упали. Полицейский мертв. Этот мертв. Она подъездила так, чтобы я мертв якобы был. А зачем? Она меня спасла или что? Мозг опять хотят подключать, что ли, что-то восстановили там.
Все, в ванне теперь уже не лежит. Кто это? Лес. Лес. Еще и подписано кто-то. Так, если я понимаю, мир-то какой он был? Перевернутый, самоделишный? Так, это трое полицейских, которые он убил в реальности. Которые мы видели. Так и здесь все померли. Что полиция-то не отцепила, бригаду чистильщиков не направила. Клиника Маяк. Улицу покажите мне. Пошел, пошел, пошел! Детектив, вы в порядке? Там еще кто-то есть? Нету. Просто дайте свежим воздухом подышать. Вот ни хрена себе, там получается, меня какие-то спецслужбы, что ли, ожидали. Кто они там? Страшно? Мне тоже. Но город целый. И этот уходит. Мне кажется, все сознание у него осталось, всех этих. И Рубик тоже там. В нем живет. Ну? Что делать будешь? Ну, выжил, и на том спасибо. А нет, смотрите, город-то целый. Ну, как в Бэтмене такой, вау. Маячок такой. Арка Сити. Ну, послесловие будет? Профиль сохранен. Как это, дополнительная миссия открылась? Что ж, на этом все. Игра была страшненькая, интересная, увлекательная. Но мы увидимся уже в следующем видео. Пока!